равная игра. Может быть, немножко момента у нас было побольше, но все-таки достаточно тяжелые условия на сегодняшний день. Холодно, игроки молодцы в том, что они много работали, хорошо работали и были дисциплинированы на футбольном поле. Вот это самое главное, это и дало, наверное, небольшое преимущество нам. Ну, мое мнение очень хорошее, так же, как и обо всех остальных игроках. Он хорошо играл на передней линии, но главное забил. Это его первый выход. Я его поздравляю с этим, и надо продолжать дальше. Но мы хорошо сыграли в обороне. Уфа очень опасна в контратакующих действиях. И Уфа дома хорошо играет. Наверное, и нам нужно отдать должное. То, что игроки были самоотвержены, игроки правильные позиции находили. Но Уфа много атаковала второй тайм. Ну, это никакая не репетиция. Здесь разыгрывались практически 6 очков. И в турнирной таблице мы уже рядом с группой ведущих команд после этой победы. Это два разных соревнования. Я думаю, что Уфа, что мы относились к этому на 100% своих возможностей. А через 3 дня... совершенно другое соревнование, тоже очень важное. Выйдут ли новые игроки? Я думаю, да.